16 сентября не стало поэта-песенника Николая Добронравова. Сегодня, 20 сентября, проститься с мэтром пришло множество людей. Торжественная церемония прощания с Николаем Добронравовым началась в 12 часов. Проходит она в концертном зале имени Чайковского. Первые фото с траурного мероприятия уже в распоряжении некоторых СМИ. На снимках видны первые безутешные поклонники и близкие, пришедшие отдать последнюю дань уважения поэту-песеннику. Гроб внесли в помещение несколько мужчин. По мнению особо наблюдательных пользователей сети, гроб для Добронравова подобрали дорогой. Видно, что фурнитура не пластиковая, сам он сделан не из фанеры, а из массива дерева. К тому же, уже не секрет, что лакированные гробы стоят намного дороже обычных. Напомним, что Николай Добронравов умер 16 сентября после продолжительной болезни. Ему было 94 года. Из них более 60 он прожил в браке с композитором Александрой Пахмутовой. На их счету множество песен, ставших хитами на годы. Это «Нежность», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «До свидания, Москва» и многие другие.